Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Меня зовут Сара. И сегодня мы с вами будем говорить на очень серьезную тему. Я хочу обратить ваше внимание, что идея записи не пришла ко мне. Я этот контент никогда не видела, никогда не изучала до этого. Однажды я просто сижу, работаю, и мне в телеграм-канал в личном сообщении приходит очень длинное письмо. Я его открываю, и как любой лингвист, я умею быстро-быстро-быстро вот так вот читать. И, признаюсь честно, я особо не уделяла так внимания. Думаю, что это за лонгрид такой. Я не понимаю, кто такая Валерия Лукьянова, что. И дальше я вижу слова, которые меня триггерят. Так как это видео только началось, и у меня есть... Высокий шанс, что оно будет иметь мало просмотров, потому что ему точно поставят, наверное, и 18 плюс, потому что здесь очень много будет тех фраз, которые YouTube не любит. Но ха, удивительно, что даму, которую мы будем разбирать, YouTube не банит. У меня есть свое понимание. Все, что вы сейчас будете слышать, все, что вы будете сейчас э, со мной обсуждать, это исключительно мое мнение. Я изучаю материал, изучаю, изучаю, и тут э, параллельно со мной связывается рекламодатель. Я им говорю о том, что у меня есть интересный ролик на очень тяжелую тему. Тема скол-шутинга Тему, которую обычно поддерживают только те, которые свято верят, что если мы не будем об этой проблеме говорить и заниматься ею, то нас ждет колоссальная беда. И я очень благодарна этим ребятам, что они меня поддержали и сказали, причем я дала выбор, и они сказали, нет, именно это видео мы хотим поддержать. друзья, прослушайте, пожалуйста, рекламу внимательно. Сама собираюсь обратиться, потому что мне тоже не хватает психологических знаний. И я по образованию лингвист, а вот психология – это увлекательная и интересная наука, которую я вам очень рекомендую изучить, потому что порой, если мы хотим помочь другому, близкому, знакомому. Нам сначала нужно помочь себе. И я уверена, что эти ребята дадут вам полное понимание э, того, как идет процесс образования, который я очень ценю. Друзья, сегодня я хочу затронуть одну очень важную тему, которая касается, возможно, каждого из нас. Психология. Работу психолога можно сравнить с проводником, который помогает людям найти свой путь в жизни, преодолеть препятствия, страхи, справиться с тревогой, депрессией, стрессом и достичь своих целей безопасно и эффективно. Если кто-то уже сталкивался с моей историей, то знает, что я сама когда-то обращалась к психологу. Это изменило полностью мою жизнь и помогло обрести новые перспективы. Разница до и после огромная, колоссальная. Радует, что люди начинают адекватно относиться к тому, чтобы обращаться к психологу за помощью. За 2023 год количество обращений увеличилось на целых 60%. Это подчеркивает, насколько важна и востребована работа этих специалистов. Поэтому, если вы когда-то задумывались о карьере в этой замечательной сфере, сейчас лучшее время, чтобы начать. А Московский институт психологии вам в этом поможет. Ведь он входит в пятерку лучших институтов по направлению психологии в России. Они выпустили уже более 4000 успешных специалистов. В Московском институте психологии сейчас открыт набор на дистанционное обучение по самым востребованным направлениям психологии со скидкой 40% до конца месяца. Обучение подойдет для новичков, так и для тех, кто уже знаком с психологией и хочет систематизировать свои знания и получить новую квалификацию. По завершении обучения вы получите диплом о профпереподготовке, который котируется как в России, так и за рубежом. Обучение проходит полностью онлайн, но вы всегда можете приехать на очные тренинги в Москву. Программа включает глубокие теоретические знания с упором на практику, разборы реальных клинических ситуаций, демонстрационные сессии, интервизии и супервизия. А ежедневная обратная связь от преподавателей, практикующих психологов и сопровождение куратора помогут вам на всех этапах пути. После каждой дисциплины будет тестирование и работа над ошибками, чтобы вы всегда были на высоте. Если вас увлекает психология, то, скорее всего, рано или поздно придете к тому, чтобы изучать ее системно. Поэтому не стоит терять время, ведь сейчас для этого отличные условия. Возможно, вы просто получите полезные навыки, которые сможете применить в реальной жизни, а может, это станет вашей профессией и любимым делом. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку, чтобы получить ответы на все вопросы и подобрать ту программу, которая будет учитывать ваш опыт, ваше образование и профессиональные цели. Ну а по промокоду САРА вы получите дополнительную скидку 10%. Время начать новую главу в своей жизни и помочь другим обрести путь к гармонии. Удачи вам, друзья, и отличного путешествия к знанию. Итак, друзья, я зачитаю вам немножко из того длинного письма, который ко мне пришел. Здравствуйте, Сара. Хотим предложить материал по очень актуальной теме и известной личности. Секта Валерии Лукьяновой. Вот здесь мы с вами слышим слово «секта». Я, вам, я подобрала видео, у Лукьяновой видосов много. И я подобрала видео, в котором я вам докажу по тексту, что это секта опасная и токсичная, пишет автор. Я не буду называть имя автора, потому что разрешение она мне не давала, мы не успели списаться на эту тему, но я обязательно оставлю каналы, которые объединяются и делятся, как Валерия их обманула. Но мы здесь будем говорить вот о чем. Мы не утверждаем, что секта напрямую причастна к каким-либо убийствам, но мы заметили весьма интересные совпадения между трагическими событиями и пропагандой секты. Напоминаем, что Валерия имеет более двух миллионов подписчиков по всем социальным сетям. Ежедневно Валерия убеждает людей, что большая часть из них просто биороботы, и приверженцы ее секты – это высшая божественная каста боги и жрецы. Я проверила, это так и есть, по информации она правда это говорит. А также внушает беспринципность и постоянно манипулирует различными расистскими идеями. Идеями нацизма. И удачно мимикрирует под любую моду, чтобы вновь захватить внимание людей. Приверженцы и защитники секты травят тех, кто пробует оказать ей сопротивление. Они обзывают людей жидами, чтобы натравить мусульманское сообщество на них и создать очередное кровополитие. Идеи нацизма Валерии и ее мужа Дмитрия подтверждают десятками лет. Еще на юношеских фото она делала коллажи со своими фото и свастикой. Во время начала СВО она радовалась, что идеи Гитлера живы. Дальше, с вашего позволения, я просто оставлю этот текст, потому что это, это интересное мнение, но вот все, что я вам сейчас прочла, есть прямое доказательство. Далее, безусловно, мне дают различные подтверждения в виде переписок, жалоб и прочее. Ну и, соответственно, также и вырезки из ее курса. Я бы хотела вот на что обратить ваше внимание. Вот он, пожалуйста, курс, наверное, какое-нибудь эталонное что-то, что-то, 153 участника. Как приятно, что можно тут такое писать. И меня поймут, что имею в виду. Люди просто не готовы посмотреть еще правде в глаза. Сам Гитлер в своей борьбе писал, что надо прекращать такую практику, как проституция, потому что она сказывается на детях и на народе в целом. Да, это не пишет сама валерия но это происходит в ее чате поверьте у меня тоже есть различные курсы по обучению но если кто-то позволит себе в моем чате подобную риторику и он будет забанен мгновенно поэтому товарищи если вы считаете что это сообщение оно как бы но ну, а, ведь это не она писала это в ее чате вот дальше На фотографии капсула очень милая. Вот бы туда всех ботов запихать. О каких ботах идет речь? Я думаю, что вы понимаете. Я не вижу здесь особо какой-то вот, так как вне контекста, вот я хочу показать вам Знаете, когда я записывала видео с Давидом, многие шутили на какие-то такие темы, и я всегда удаляю эти комментарии, они мне неприятны. и потому что здесь есть очень большое влияние еще на то, что это обучающий курс товарищи, мы говорим с вами об обучающем курсе. Люди деньги за это заплатили. Я пока вам, общаясь с вами, вы можете, да, вот увидеть, говорил, что они должны родить для нации минимум трех-пять человек, и если откажутся, они недостойные, не люди. Ну и дальше, ну, вы видите. А теперь я бы хотела... А, вот, и, собственно говоря, кстати, мама мне тут пишет, выжди с кратом. Мама, ты знаешь, кратом действует в течение 30-40 минут максимум. Если не подействовало, значит он не работает. Так вот, смотрите, если игра, там реально не подействовал, в течение 30-40 минут, значит, надо усиливать дозу или даже выпить новую дозу, потому что та уже доза прошла, переработалась. Можно я остановлю немножко кадр и покажу вам, как человек с. Она утверждала, что у нее филологическое образование. Да? Она не говорила, что она врач. И, кстати, самое удивительное, что и люди это знают, что она не врач, но она высшая какая-то сущность, которая может давать вам такие губы любительные советы и вы мне скажете сара все прекрасно человек отвратительный а как это относится к шутингу? вот мы когда с вами разбираем эту тему мы очень часто разбираем ее со стороны влияние родителей влияние педагогов влияние буллинга на шутинг да вот мы с вами берем вот эти вот пластырь если вы посмотрите мои видео в них э, ничего другого не поднимается. Я узнаю новое, изучаю, пишу научную работу и тоже открываю для себя многие моменты. И я забыла про один хороший такой пункт, который я не имею права исключать. Это СМИ. По факту, то, что вы видите, это представитель СМИ, потому что у нее колоссальная огромная аудитория, это 2 миллиона человек. Вы знаете, что любой, 80%, не буду говорить любой, 80% по всему миру детей, которые пошли на такое кровопролитие, считали себя высшей высшей расы высшим человеком то есть как бы сейчас бы сказали бы употребляя философскую терминологию сверхчеловеком чувствуя себя сверхчеловеком на кухне с мамой и не распространять это мы не можем никому запретить но на неокрепший мозг травмированный мозг когда идет подобная информация это высокая вероятность того что теперь есть поддержка равно вперед. Никогда не э, ущемляйте э, силу слова. И тут человек дает таблетки, человек дает медицинские процедуры. Вот. Кратом не действует молниеносно, и он не может... Я знаете, что заметила, что она очень часто причесывается. У нее колоссальный э, пункт на внешность. Она и начала свою карьеру с внешности. Я посмотрела очень много ее видео, и она вот этот момент с расчесыванием делает достаточно часто. Я не психолог, я не психиатр, но вот это невротическое, постоянное, э, как я выгляжу, мне кажется, здесь можно просто иметь общее развитие, чтобы сказать, что с человеком решительно что-то не так. Очень большой пункт идет на внешность. Логично, чтобы завоевать любовь э, детей неокрепшей психики, травмированной психики, очень важна картинка, очень важна картинка. Поэтому волосы, вы знаете, она тут было у нее какое-то видео, где она общалась с якобы психологом, говорю якобы, потому что то, что он нес, тоже э, я бы подвергла бы сомнению. Но она, разговаривает с этим человеком, начала расчесываться. То есть э, я уверена, что это вот нервное. Нет видео, где она не расчесывается. Действовать через час. Поэтому здесь такое, знаете, это как выход в астрал. Если вы не вышли первые полчаса, уже не можете уже не пытаться. У вас ничего не получится. Вставайте, занимайтесь своими делами. Все, в этот день уже ничего не делайте. Так, ну я не знаю, стоит еще этому кратому дать шанс. Хорошо, давайте уже узнаем, будет он работать или нет. Так, выпиваю 4 таблетки смотрим. Вообще странно. Это неправильный кратом. Хотя мне его вот так хвалили. Да я и раньше брала кратом Бали, он хорошо работал. Вот какие-то дополнительные, там, не знаю, что это, что-то не медицинское у нее а, находится. И вы знаете прекрасно, кто следил за этой дамой, и если честно, мне не хочется называть ее ни дамой, ни девушкой. Она не считает нас людьми. А мне хочется называть ее, ну падалью, э, такой, знаете, как паразитом. И вот этот паразит, который, если зашел тебе в мозг, он проел тебе мозг, и дальше, вот как, знаете, в фильмах показывают, как зомби идут,

Вот, например, вы замечали, что э, вы можете, например, приехать в другой город или начать общаться совсем с другим человеком, но он ведет себя абсолютно точно так же, как какой-то человек из прошлого. И задаешь себе вопрос, как это так, как такое может быть? А, очень просто. Эти паразиты, они умеют переселять свое сознание в других людей, и они общаются с вами также. У меня такое было неоднократно, что... Вот, пожалуйста, опять вот эти вот теории того, что если у тебя аллергия, то это паразиты. А если у тебя не получается, у тебя есть лишний вес это паразиты. А когда ты видишь, что у тебя есть идея, ее никто не поддерживает, тебе нужна помощь, тебе нужна поддержка, ты хочешь объединиться, вас должно стать много. А вот теперь внимание. Дорогая Валерия, спасибо большое. Я, если честно, вообще в шоке, что вы запомнили, что когда-то я выкладывала сторис и говорила, что... Я не хочу дальше это слушать. Посмотрите, пожалуйста, на картинку внимательно. Это финибут. Это препараты, которые выписывает психиатр. Девушка. Мы не знаем возраст этой девушки. Это может быть ребенок. Что такое ребенок? Ребенок это все, что до 18 лет. По, да, вот школьники. Она где-то это сказала. Почему она не могла найти фенибут? Я вам скажу, что если у вас есть рецепт, если вам психиатр выписал таблетки, вы с легкостью их найдете. Вам их дадут по рецепту, который выписан именно на вас. Мой вопрос: какое право Валерия Лукьянова, будучи филологом, как она говорит, и сущностью имеет выпис высылать, не выписывать? а высылать такие таблетки. Кстати, есть немножко поговорить о ней. Она из Одессы. Мне очень нравится, как она фигурирует. То она украинский паспорт покажет, то русский паспорт. Понимаете, это я к чему говорю? К тому, как она легко подстраивается под ноты вот, э -э времени. Что сегодня хочется? Сегодня я должна быть такой, буду этот паспорт показывать. Завтра должна вот эту аудиторию взять, буду другой паспорт показывать. И еще раз помечу: здесь дело не в том, что чей-то паспорт хороший, а чей-то плохой, а в том, как человек манипулирует. Далее я хотела бы переключиться на вот такой вот, вот такое вот видео, где человек просто сидит. Дальше тоже зеленый с большим количеством. Ну, вот если бы мне так показали, я бы сказала, ну, наверное, это БАДы, да? Но на секунду. Это можно достать и вашему ребенку тоже. Если вы без присмотра... Ну, а давайте так. Убираем вот этот розовый мир. У нас была хорошая встреча с Василием, с Василием вот, который Фауст 21 века. Вот сколько мы с ним не крутили вот это понимание, что все, у нас есть все технологии, чтобы отслеживать, чтобы отслеживать там, моменты, когда люди в социальных сетях пишут вещи, которые уже дают нам отклик, что ребенок может пролить кровь много-много да? вот есть у нас момент, все, мы это вычисляем. Можем ли мы с вами все остальную всю ответственность оставить на родителей? В розовом прекрасном мире можем. Мы не можем в реальном мире представить, что есть семья, у которой мама приходит в 6 часов вечера, идеальный ребенок с сделанным домашним заданием, Мама не уставшая, в восемь вечера приходит отец, отец тоже не уставший, и они все вместе в 9 вечера смотрят приятный семейный сериал. Этого не может быть в реальном мире. Поэтому на этом есть специалисты, люди, такие, например, как я, которым мне все равно, которые много времени уделяют этому моменту. Нужно сплотиться и начать смотреть, что усмотрят наши дети. Вы думаете, есть проблема приобрести вот эти таблетки? Нет? Нет? Вот смотрите, как она спокойно общается. Кратом. Опять же, для меня он оказался очень слабым, потому что я беру кратом не только как противопаразитарка, еще и как энергетик. Поэтому если он работает просто как антипаразитарка, а как энергетик не работает, то мне это не очень нравится, потому что я привыкла, что он имеет двухфазный комплекс эффектов. Этот, к сожалению, кратом на меня не влияет, он энергетику мне не поднимает. Он просто помогает бороться с паразитами и улучшает мне мои показатели организма. Почему я так много уделяю внимания теме, вот ее толкания теме паразитов? Слово паразит у нее очень хорошо перекрещивается с тем, что человек, который вам не нравится, который вот кстати, я, по ее мнению, это паразит. И еще вот мы сверхлюди, а вот эти вот, которые не в нашем чате, не в нашей секте, это люди биомусор. А что биомусор вам ничего не напоминает? Ни одно из колл-шутингов, которые выходят и говорят, что типа я пришел убивать биомусор, считает это своей сверхпредназначением. Вот в таком аду YouTube пропускает эти видео. Я уверена, что это видео YouTube не даст э, нормально показывать, влепит ней 18, и 20 плюс. Но факт остается фактом. Ваши дети это смотрят. Взрослые это один разговор, и о, о них тоже надо переживать. Но чтобы сейчас не распыляться, я хочу еще раз концентрироваться и по видео, которое выложено на странице у э, Валерии. А Матуя же это еще какое-то ее сверхимя, это ее видео, которое, там, если кто-то мне скажет, что здесь там непонятно, кто тебе там почему-то так веришь, то вот, пожалуйста, внимательно с вами смотрим. Здравия, соратники. Вы очень часто меня спрашиваете. Здравия, соратники. В любой секте мы обязаны с вами, если вот у нас была бы такая задача, мы обязаны с вами сделать наше приветствие давайте еще раз как она приветствует своих людей и простите мне, пожалуйста это сара и ее пользованием пишите компьютером. свое Здравия, соратники вы очень часто меня спрашиваете как я работаю где я работаю чем я занимаюсь и вот сейчас Эталонный аватар вот откуда была переписка из чата, где люди покупают да, то, что мы с вами смотрели, где нам дали переписку. Вот, собственно, это оттуда. И смотрите: Здравия, соратники! Как обычно мы здороваемся? Здравствуйте, дорогие друзья. Здравие иногда употребляется, чтобы еще показать, что я вам желаю здравия, да? И вот дальше идет, да, вот эта фраза, которая очень четко хочет показать, что только вы меня понимаете, ты мой соратник. Нет, вы не друзья, не товарищи, соратники в одной компании, с одной темой и с одним смыслом. Мы живем эту жизнь. Варери... Извините, Валерия Лукьянова, автор курса «Эталонный аватар», курс по омоложению, очищению, оздоровлению и поднятию энергии. Скажите, пожалуйста, если вы увидите последние три строчки, мы можем привязать лингвистически? Кстати, мне принесли на экспертизу независимую. Ничего такого нет. Омоложение, очищение, оздоровление, поднятие энергии. Все окей. Все визуально окей. Давайте послушаем дальше. Я хочу показать вам участниц своего проекта эталонный аватар наставничества, которыми я очень горжусь, у которых просто потрясающие результаты. Участниц у нас на самом деле очень много. Но я решила вас вначале не перегружать информацией и показать нескольких. Если вам понравится, ставьте, пожалуйста, плюсики. Смотрите, многие, я читала комментарии, пишут, да как ее можно слушать, там такая примитивная речь, такие простые предложения. Друзья, я раскрою вам секрет, в любой пропаганде должны быть простые предложения, Не должно быть, ты должна быть очень понятной. Вы должны доносить информацию и призывы к действиям должны быть очень четкие, точные, без подтекста. Как только присутствует подтекст, информация не донесена, не донесена вот так вот точно. Когда э, вы говорите простым языком, у вас увеличивается круг э, поклонников, круг последователей. А если вы начинаете говорить: длинными тяжелыми сочиненными предложениями то вот именно вот тут у нас с вами возникнет проблема давайте пойдем дальше послушаем что идет пишите свое мнение и я буду да напишу все люди разные как снежинки у каждого свой опыт поэтому я уверена что вы найдете очень много нового очень много полезного посмотрите какое хорошее сравнение люди все разные как снежинки популярное сравнение то есть э, она не уходит вот в эту сложность видите люди разные, как снежинки. Любой ребенок знает, что у снежинки свой индивидуальный узор. А сравнение, вот эта фраза "люди разные, как снежинки", она, ну сейчас я так грубо скажу, банальна, но при этом четко и правильно подобрана для э, нужной цели. В этих прекрасных опытах вдохновитесь и, может быть, даже решите поработать со мной или нашей командой. Приятного вам просмотра. Приветствую вас! Давайте немножко окунемся в волшебный мир и познакомимся со мной. Я отвечу на несколько вопросов, чтобы вы лучше узнали меня. Кто вы? Меня зовут Аннабель или Анна. Мне очень нравится это мирское имя Анна. А Аннабель это его такая расширенная версия, скажем так, которая мне очень близка по духу, поскольку я путешествую по своим прошлым жизням. Смотрите, когда человека берут в секту, у него забирают имя. Это очень важно. Если вы собираетесь, например, заходить в какую-то секту, ждите, что в какой-то момент вам поменяют имя. Почему меняется имя? Изменение имени приравнивается в сектах обычно с началом новой жизни. Вот все, что была Анна до Аннабель это был биомусор, не знаю, как они там называют, да, там, э, паразит. А вот теперь она очистилась, и нужно вот покрестить, да, вот как вот дают при крещении имя. Они же вот во всех этих сектах, они же берут стандартную модель, э, модель, на которой зиждется, например, там, три э, мировые религии. И если э, вам вот так тут скажешь, надо имя поменять, для людей не будет это шоком, потому что мы знаем, что есть, например, вот мое имя, есть мое крестное. Вот, кстати, я, когда принимала иудаизм, Сара это и приобретенное мое имя. Я вот не раз это говорила. Вот. А что делать в секте? Секту нельзя делать совершенно другую. Нужно взять что-то схожее, чтобы ваш мозг не отреагировал как на, ой, это такое новое, ну, например, пускание крови, да, там, давай, вот ты сейчас, я, вот, 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 вот это уже может так немножко напугать. А тут потихоньку давай поменяем имя. Мирское у тебя было Анна, а теперь ты фея, и ты будешь Аннабель. И в большинстве своем я была именно эльфом, поэтому этот образ, он буквально сросся с моим духом из жизни в жизнь, я его воплощаю, поскольку он мне ближе всего. Также я фитнес-тренер онлайн, дипломированный, я помогаю людям достигать красивых пропорций тела, красивой тонкой талии, поскольку у эльфов тоже есть понятие красоты, есть понятие изящества, есть понятие пропорций красоты. Посмотрите, берут красивую девушку, стройную девушку, триггеры, на которые ведутся очень многие. О СМИ делает колоссальные усилия, чтобы показать нам, что такое красота, навязать нам красоту. Поэтому Анечка очень хорошо подходит нам под образ красоты. Я смотрю на нее и думаю, фитнес, это же здоровье. Вау, я тоже смогу стать феей. Это вот. Вы думаете, что Валерия а кого взяла здесь презентовать свой курс? Она взяла тех, кого она считает избранными, за которыми тоже пойдут люди. В любой секте есть иерархия. Я, может быть, еще... Валерия, для меня это что-то очень-очень высоко. А тут иерархично пошли. О, Аня! А я пойду к Ане. Да Валерии мне далеко. Поэтому, когда они берут вот этот вот курс наставника в эту секту, здесь Четкая иерархия. Кстати, секта – это не только определенные, да, вот как мы с вами узнали, определенные а, приветствия, изменения имени. Это в том числе четко прописанная иерархия. Ни в одной секте не может быть э, анархии. Потому что там, где анархия, там новая идея. В иерархии есть строгость такая. Вот как вот бюрократия такая. Вот сначала ты это должен пройти, потом это должен пройти. После этого мы сделаем с тобой вот это, и только потом ты поедешь там, да, путешествие с самой Валерией по астралам. Красивых, да, мы все очень стройные, мы все высокие, мы все такие легкие и воздушные, но в то же время мы сильные, у нас есть мышцы, поэтому мы не пренебрегаем спортом, мы прокачиваем себя как духовно, так и физически. Посмотрите, она говорит о том, что мы не я эльф, который прокачивает себя и духовно, и физически, она говорит мы, показывая нам, что их много, они есть, и вы можете стать такими же. Это делается для этого. Ваши ценности. Там, как вы понимаете, есть список вопросов, по которым она должна пройти. Давайте послушаем про ее ценности. Что касается окружающего меня мира и моей жизни, да, то мои ценности — это красота во всех ее проявлениях, это путешествие, это нахождение на природе как можно дольше, поскольку, опять же, я была эльфом, и мы жили только на природе. Мы обожали природу. Природа — это наш источник силы. Так и закоренилась в моем духе по сей день, что мой дух может напитаться максимально энергией только на природе. Смотрите, ну что плохого она сейчас говорит? Ничего. Ну что? Плохо? Вам, вам кто скажет, что проводить время на природе – это плохо? Ну, теперь вот я сейчас чуть-чуть перемотаю. Послушайте, пожалуйста, вот этот переход от одной участницы этого до, до с другой. Вот я. А, Мое призвание пожалуйста. других людей. На самом же деле призвание это то, куда вас ведет ваш дух, ваше естество, ваше высшее я. Дух, естество, высшее я. И вот призвание, по мнению секты, дух, естество, высшее я. У них у всех оно идет по шаблону. Что такое, что опасность какая в этих трех слов. Вот смотрите, есть я, Сара, а есть мой дух, что и есть мое естество, и есть мое высшее я. Троица. Дух, естество, высшее я. Вы понимаете, что это все сделано по кальке основ трех великих религий? Они идут по четкой сектантской теории, сектантской кальке. Есть я отдельно тут, вот мое тело на земле, дух, естество и высшее я. Вот вам, пожалуйста. Если мне бы принесли бы речь этой девочки на стол, как иногда мне приносят независимый лингвистический анализ, вот это легкая пропаганда другого образа жизни. А какого мы уже будем разбирать, смотреть? Я так чувствую, что одним видео при поддержке э, вас в первую очередь мы не обойдемся. А, мое призвание и моего духа. Мы как такая Мое призвание и моего духа. Видите? Это два разных. Это подчеркивается еще раз, это не я так поняла, она это и подчеркивает. А сплоченная команда. Работаем над одним вопросом. Это приобретение вечной молодости. Мы хотим привнести в этот мир как можно больше красоты, изящества, доброты и здоровья. Что получается? Есть секта. В секте есть определенные люди как группировки. Вот сейчас вы слушаете группировку эльфов. У них есть привознести молодость, красоту, и вот она это ведет так. И вы скажете, Сара, ну что такого, если мой ребеночек будет думать, что он эльф? Это же классно, она будет проводить время на солнышке, с природой. Я вам расскажу, что плохо. Плохо ⁇ это то, что когда они завладеют и погрузят вашего ребенка вот эту теорию, ваш ребенок будет готов выполнять все, что скажет высшее «я». А кто Еще и чей голос будет говорить высшим «я»? Это уже большой вопрос. Давайте перейдем сейчас. Поэтому мы с моим духом трудимся, чтобы жить в этом теле как можно дольше. Моему духу очень нравится это тело, мне очень нравятся мои духи. Мы не хотим расставаться, мы не хотим перерождаться. Мы хотим жить столько, сколько мы хотим, столько, сколько нам нужно, а не эти ничтожные просто а, десятилетия, отведенные людям в этом мире. Я хочу жить столько, сколько я хочу, а не эти ничтожные десятилетия, отведенные этим людям. Чувствуете эти пренебрежение к другим? Я и остальные. Только понимаете, когда это только вы так живете, это один момент. Но когда вы группируетесь в секту, вот это страшно. Это очень страшно, потому что в этом есть четкое зомбирование людей. И вот она, смотрите, уводит взгляд. Вот у нее есть вот... Она напоминает, будучи эльф, такая вот она милая. Посмотрите, какое пренебрежение к другим. Мне кажется, это просто унизительно мало. Мы должны жить столько, сколько мы хотим. Тысячелетия, либо вечность. Это нам решать. И напоследок, чем бы вы хотели поделиться с этим миром? Видите, какая она была воздушная? Вот такая а потом такая, это нам решать. Ну, она просто не может сделать это так, как это я могу сделать, да, потому что у нее голосовые возможности другие. Но она меняется, это нам решать, сколько здесь жить. Ну вот и э, завтра мы надумаем, что это и нам решать, сколько другим жить. Очень жалко, что э, многие недооценивают, ну в том числе и YouTube, недооценивает, сколько пропаганды в этом. Страшный, страшный. Я бы хотела, чтобы люди наконец-то начали жить свою жизнь, начали идти за своей мечтой, отбросили все эти старые установки о том, что выше своей головы не прыгнешь. Прыгайте, взлетайте, бегите, творите, вы творец своей реальности. Жив... Призыв! Да, смотрите, молодец, повышает голос, показывает, прыгайте, творите, вы, вы творец своей реальности. Я тоже говорю, что вы творец своей реальности. Хотите, делайте, идите, учитесь, все. Но откуда у вас такая уверенность, что вот так все спокойно проходит? Мы уже с вами знаем, что есть они избранные, и мы с вами биомусор. Вам напомнить, что делают с биомусором? Вот. Живите по велению своего сердца, следуйте за своим духом, найдите свое призвание и будьте счастливы. Благодарю вас за внимание и очень надеюсь, что здесь есть люди, которым откликается то, чем я поделилась. Здесь есть люди, которым очень это откликнулось. Я надеюсь, еще и полиция это откликнется, и, и еще другим органам откликнется. Следуйте за своим духом, видите? То есть вы сейчас, если не хотите что-то делать, вы просто не слышите свой дух, свое верховное предназначение. Вот. Здравствуйте, прекрасная Наталья. Спасибо, что уделили мне время, что нашли это время, поскольку у вас маленький ребеночек, да, если я правильно понимаю, с ну, ним, конечно, сложно время найти. Все-таки вы здесь, вы прекрасно выглядите. Спасибо вам большое. Спасибо. А, большое. Вы являетесь одной из наших лучших учениц а, на курсе ⁇ «Эталонный аватар ⁇ Поэтому я вопросиков. вопросе... Как... Вы знаете, что я заметила, что у этой Валерии постоянно а, что со связью? Таких простых. Просто честно отвечайте. <laughs> Все хорошо. Давайте Спасибо. начнем. А, расскажите о себе, кто вы, откуда, чем вы занимаетесь. Я родом из Санкт-Петербурга, проживаю в США, отучилась там на инженера и здесь на инженерный менеджмент. Поработала, и сейчас, в общем, я, я замужем. У меня двое детей. Сейчас старшему 12, младшему 7 месяцев. Здесь уже тоже готовый аватар, она преобразилась, она вот здесь рассказывает, рассказывает, и здесь будет очень сложно слушать, но я хочу, чтобы вы посмотрели на этих людей. Смотрите, сейчас будет третий человек. Вот, секунду. Наталья, тогда спасибо вам большое за уделенное время. Вы, вы такой сияющий человек. Я желаю вам оставаться такой же сияющей, такой же энергичной и позитивной. Здоровья, счастья, молодости вам и всей вашей семье. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Очень приятно. Есть очень плохая запись, вот именно вот этого. Время, до свидания. Посмотрите, что они показывают. Они показывают, как поменялось лицо, как мы все пытаемся приблизиться к одному и тому же эталону. Это тоже важно у секты. Будьте как у Гитлера? да, было, тоже вот был какой-то вот этот определенный вне, определенный внешний вид у человека, определенное э, количество детей, которое должно быть, на миссия. Вот, вот, берите, вот. Куда мы смотрим? Почему так? Почему эти существа... Я не могу назвать их, кто это животные. Это животных оставьте погоду. Существа непонятные. Пропагандируют вот то, что заставляет наших детей потом менять базовые моменты которые мы закладываем я как педагог в школе например в университете э, там я просто не мама не могу это сказать там вы как мамой вы как папы закладываете а потом вот это вот, вот эти ценности а потом вот это вот дерьмо а я по-другому эту Валерию не могу назвать забирает у вас все и рассказывают, есть дух ладно когда креп а крепшая психика, а вот это? Давайте посмотрим. Здравствуйте, Валерия. Наконец-то записываю вам видео. У меня какие-то все блоки пространства были. В общем, начинаю с лица. Я еще отправлю фотки. Вот у меня такая ситуация. У меня пигментация, эти веснушки на коже. Пигментация это пигментация. Веснушки это веснушки. Я делала Милана Тан как-то месяц просто попробовать с тех пор. У меня... А вот смотрите, она же еще и симпатичных девчонок берет, да? То есть я затащу тебя к себе любыми способами: своей внешностью, ее внешностью, своим эм, каким-то необычным макияжем. В чем самое интересное, что она же, видите, э, иногда в Ютубе ее можно эту Валерию увидеть, как она макияж делает. То есть, ребенок тоже это увидит. У меня возникла вот такая вот вещь. Какой-то был прыщ, как-то давно остался от него. Ну, как что ли, рубец. В общем, от этого бы очень хотелось избавиться. Это еще было до того, как я стала всякие вот. чистки делать. И, это вот, она общем... паразитный она сейчас рассказывает вот это вот все про паразитов в итоге. Вот вам, давайте посмотрим еще девушку. Если что, это видео так идет. Здравствуйте, Марина. Очень рада вас здесь видеть. Спасибо большое, что уделили мне время. Вы являетесь одной из наших лучших учениц. Это Аннабель. Я вам что говорила? Что это тоже вот эта вот иерархия. И вот мы дошли до Аннабель. И вот она у нее новая, у нее Марина, она вот ее новая учитель. То есть э, Валерия не одна. Друзья, вот смотрите, это будет большая тема. Это будет большая тема, потому что у нас еще есть материалы, связанные не только с Валерией, еще есть отдельная тема, которую хочет показать. Я обязательно оставлю вам телеграм людей пострадавших. Меня об этом попросили. Я людям очень благодарна, которые связались со мной. И если вы вот просто хотите окунуться в эту тему, вы можете очень хорошо это все изучить. Смотрите, вот она рекламирует курсы с чистками, где чистятся мускатным орехом. Вы на секунду представляете, чистятся мускатным орехом. Если у вас есть понимание, что, Сар, как это все имеет отношение к каким-то жутким преступлением, которые могут случиться на территории нашей страны. Я еще раз вам объясняю. Когда у человека зреет эта жуткая идея, при любой ситуации, опять же, плохие родители, хорошие родители, но жуткий буллинг в школе, все. Вот, Константа, убираем это. Когда зреет эта мысль, нужна поддержка. Какую поддержку, вы слышали, они берут? Они берут поддержку из сферы американских, уже давно устоявшихся, книжками написаны и прочее сделано. Одно. А это движение, оно растет, оно приобретает новые смыслы. Эта тварь поддерживает нацизм. А когда вы посмотрите даже мои ролики про скулшутинг, они очень схожи с темой фашизма. Я сверхчеловек, а это биомусор. И я жертвую своей жизнью. Это колоссальный урон. Это жуткая вещь, и это и есть тот самый паразит, который окружает вас. Просто вот, вот, YouTube, бери, не хочу, кликай, смотри. Дорогие друзья, я прошу вас распространить это видео. Эта девушка продолжает работать. Эта секта пополняется. И быть уверенным, что ваш ребенок не попадет в эту секту все зависит только от нас. От нас педагогов, наставников, просто школьных репетиторов, людей, которые готовят к поступлению в вузы, и от нас, как от родителей. Я прошу вас, будьте внимательны и берегите своих детей.